Как думаешь, где мы? Не знаю, в Аризоне, в Неваде. Не думал, что до сих пор строят секретные комплексы, как будто в 50-х. Родни Маккей? А мне говорили, что вы умерли. А это должно быть ваша сестра? Нет, нет, Нил, это не моя сестра. Это Дженнифер Келлер. Это Билл Най и Нил Деграсс Тайсон. Вы могли видеть меня по телевизору. Да, конечно. Приятно познакомиться. Но не так, как мне. Она со мной, Нил. Нет, я не в этом смысле. Нил часто присваивал все мое, например, женщины, идеи в теоретической физике. Да уж, но кто не присваивал идеи великого Родни Маккея? Так вы это признаете? В свое время, что бы ни придумал любой из нас, какой бы статью ни опубликовал, Маккей клялся, что уже работал над чем-то похожим, просто не успел публиковать. И говорил что-то вроде «я как раз хотел сказать то же самое» или «у меня как раз та же идея». Я хоть не лишал Плутон статуса планеты. Детишек это так расстроило, Нил. А ты почувствовал себя взрослым. Благодаря доктору Тайсону, Плутон считается первым из плутоидов нового класса небесных тел. Это чудесно. Ну же, Родни, 21 век на дворе. Кстати, я тут подумал, когда ты последний раз публиковался? В 80-х? Не так давно. Кажется, я слушал Аббо, когда читал твою последнюю статью. Это ведь было еще до Рейгана? Рад был вас увидеть, ребята. Пойдем, займем свои места. Пока. Не верится, что она его пассия. Точно. Но ты же женат, так что... Ладно, она твоя.